Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату всем. Снова будем мы возвращаться в мир войны. Мир войны под названием Зов Дол... Нет, подожди. Долг зовет, да? Правильно? Call of Duty, Duty это же долг, правильно? Или это долг... Как-то... Или это обязанность? Нет, обязанность, по-моему, по-другому как-то там... Не помню, как там называется. В общем, короче, к чему это я, хотел сказать. Значит, как можно заметить, у нас поменялось новый фон, новое все тут всякие, новые обновления, давно не заходили мы, и я давно не заходил, вот сегодня вновь возвращаюсь в эту игрушку. И тут сделали все в стилистике киберпанка, который недавно вышел. Сказали, что будет он типа на всех платформах. Ну, это я не точно говорю, что это он может быть на всех платформах. Но вроде бы... Что это такое? Надо скачать. Вот камуфляж оружия какие-то новые добавили. Я смотрю, тут всякие новенькие, прикольненькие камуфляжи, всякие новые стили и бла-бла-бла. Так, вот это тоже оружие, значит, солдата мы, значит, добавили, теперь оружие, значит, сделали под стилистику киберпанка, и я говорил о том, что, значит, должны быть выйти на все платформы, но это я говорю от себя, я не помню, где-то я либо это слышал, либо, короче, это моя отсебятина, возможно, это не так, возможно, это так, увидим. У меня нету, на, допустим, у меня есть только еще есть Nintendo Switch. Я там прошел Mortal Kombat 11, значит, не понравилось. Ну, к чему это? Это я к тому, что, значит, нету на... Это как его называют? На Nintendo Switch тоже нету киберпанка, и нету же... У меня нету карты захвата. Если даже была бы передавать, я типа спрашивал, можно ли передавать на телефон, а потом через телефон... обрабатывать, что-то я не понял, можно, нельзя, короче, непонятно. Значит, о чем я говорил? Я говорил о том, что, значит, киберпанк. Киберпанк, это, значит, новая игрушка, если даже я играл, если бы она даже была на Nintendo Switch, я бы в нее не играл, потому что у меня там есть Fortnite, который я вам говорил уже, да? И там есть еще другие какие-то Warface, там у меня я еще скачал, это такие бесплатные игры там, короче. Значит, вообще, ну, неудобно играть мне. В общем, значит, недавно мы поиграли с вами, получается, в PUBG Player Unknown's Battlegrounds. Вот так как-то. Короче, PUBG, PUPOK, PUBG, в общем, вот это вот PUBG, PUBG. Это королевская битва была, а мы здесь постоянно с вами играли в сетевую игру. И тут, как мы видим, кстати, сначала я хочу вам показать вот тут, значит, события, ну, а, нет, не то, не это я хотел вам показать, значит, что я вам хотел показать, что-то тут было интересное. Что тут было интересное? О, вот что-то такое интересное. Во, да, это сделали типа как киберпанк, я так понимаю. Это новый сезон и все дела. Вот это страшно, все равно. Я такой рискую. Он, конечно, прикольный. Джокер, все дела, там может быть. Ну, класс. Прикольно, прикольная оружка. Я вообще не сильно как бы в оружках там и силен, не различаю, что за какая оружка, просто скин прикольный, да. Скин прикольный, его, наверное, будет получить. За что? За TP. Типи, который натужный смех. Короче, он тужится и смеется, понимаете? Вот так как-то, наверное. Вот на туалете сидит и смеется. Идиот. Значит, базовая версия. Вот это еще можно. Ганза, клонский шифр. Ганза в униформе, клонский шифр. Не знаю точно. Вышел, ну, я как говорю, киберпанк. Но я не смотрел ни одно прохождение, потому что... Если, допустим, у меня появится, там, не знаю, компьютер, ноутбук, не знаю, там, короче. Я хочу на нем побыть. Побыть. Прям на ноутбук встать, побыть на нем, и потом
уйти и сказать все, спасибо, мне ноутбук очень понравился, и в мусорку положить его. Нет, я его хотел, значит, попробовать сам поиграть. Как бы он уже у Блинова там вышел, и у Брейна там вышел, это те, которых летсплейщики в основном смотрю. То есть у них я посмотрел, ну, я как бы начал смотреть там сначала, но потом сразу выключил, понял, что, а зачем, я хочу сам поиграть, зачем? Ну, там что-то много там людей на него как-то гнало, что-то там. Ну, это меня как-то не очень волнует. Я, в принципе, таки сильно по графике и по всему тому основному не сильно заморачиваюсь. Я хотел вам показать, тут какая-то была другая видюха, вроде бы. Вроде бы. Да ну? Нет. Это я только что какую-то хрень. Лотерейная доска, которая вот тут выпадает. Мне выпало вот эти вот какие-то жетоны, не жетоны, а что это такие, короче, эмблемки, вот эти вот, знаете, звезда, и звезда находится в ромбике, вот золотая херобора, не знаю, что это такое, но вот это вот не выпало. Значит, что это? О, еще одно что-то. Короче, я так понял, тут показываются всякие оружия классные, крутые, прикольные, супер задроченные вообще, в новом стиле, все бла-бла-бла, там вообще супер... новомодный 2077, вообще супер класс, пупер дупер, но этого мне не дано, я не хочу это покупать за деньги, спасибо. А эти всякие вот эти вот, вот этого самого тотого. Короче, я хочу, чё хочу? В королевскую битву сегодня поиграть, потому что, а почему бы и нет? Почему бы и нет, потому что, как бы, такие, королевскую битву мы поиграли в PUBG. А тут мы всего лишь один раз я поиграл, и то в самом начале, в самых первых видео, когда я вообще не разбирался, что означает королевская битва, что означает сетевая игра. То есть я вообще был в недопонимании. Ну, я всегда вот когда вхожу, я вообще сначала ничего не понимаю, особенно если надо еще болтать, то есть я как бы все плохо воспринимаю. Значит, у нас тут имеется, значит, камуфляж оружия. Камуфляж оружия, а что, а зачем? Смена камуфляжа? А, ну это я буду, если находить... Ой, нет, это слишком долго придется вот это вот все. Искать камуфляж техники. Угу. У нас имеется, значит, вездеход, легкий двуместный транспорт. Угу. Это значит, мы можем найти там, да, камуфляж недоступный. Вертолет, универсальное летательное средство с вращающимися крыльями. Да ладно, это же не крылья, это лопасти. Ну ладно, пусть будут крылья. Я думаю, вы слышите, да, за окном у меня... Уи-у-уи-у-уи-у, короче, там преследуют. Ну ладно, никого, наверное, не преследуют. Либо там опять эти скорые... Тут постоянно скорые ездят, так скажу. Значит, выбрать какой-то... Вертолет-следопыт. Вертолет в камуфляже-следопыт. Давайте поставим это. Не знаю, зачем. Я, кстати, не видел ни разу, что... Ну, я, в принципе-то, в королевскую битву мало играл. Ну там я не видел, что всякие там внедорожник еще у нас есть, камуфляж тоже, флеш-рояль, давай поставим его. Похоже на какой-то луноход. Не-не-не, на как будто лего-техник, знаете, вот эти вот, вот на вот это похоже, как будто собрали из лего-техника, ну что-то такое. А-20 антилоп, соберитесь в этот штурмовой технике. Мотоцикл. Ну, короче, я так понимаю, это то, что можно найти во время этого, короче, этой фигни. Значит, у нас тут имеется врач, разведчик. Так, камуфляж тоже можно выбрать. Ух ты, ёперный балет. Что это за леопардовая фигня? Сосновая шишка. Ух ты. Какой-то цвет, знаете, похож на этот неприятный цвет. Очень похоже на как будто заболевание кожи или что-то такого. Знаете, как из The Last of Us есть вот эти вот щелкуны. Вот на это похоже. Нет, не хочу это выбирать. Нет. Пусть будет красное. Оно будет намного лучше выглядеть. Разведчик, значит. Так, что у нас врач? Врач, медицинская станция. Поставьте медицинскую станцию, которая какое-то время лечит вас и союзников. Врач. Сокращение сокращает время, до требуемое на лечение и восстановление... сбитых с ног союзников на 25%. Ага, пока понятно. Разведчик, сенсорный дротик, стреляет сенсорным дротиком, который обнаруживает вражеские позиции на радаре. Это получается... Это как вот эти вот, знаете, типа стрель... А, вот тут даже видео есть, и типа, я так понимаю, как оно работает, да? Ну, нет, спасибо, я не хочу смотреть, потом, может, сам посмотрю. Но я так понимаю, что мы стрельнули дротиком этим... куда-то.
Следопыт показывает вражеские следы на несколько секунд. Это означает, что это нам надо типа врага подбить, и он нас приведет к своему вражескому, короче, ни хрена непонятно. Либо это он просто сразу стреляет дротиком, и оно само каким-то образом находит все. Я думал, это как, вы знаете, есть же такие дротики, ну не дротики, а вот когда, ну или дротики, не знаю, там, маячки, в общем, маячок стрелял на кого-то, и он просто за ним потом вот так выезжаем, и все. Вот берет потом это ОМОНовцы и вскрывают тебя нахрен. Заломали тебя, поломали. И говорят вот это вот, а мы тебя нашли. Клоун, игрушечная бомба. Вызываете зомби, которые атакуют только врагов поблизости. Вот это интересная штука. Антизомби сокращает радиус внимания зомби до 15 метров. В смысле, тут есть зомби-режим? Или это просто это сокращает радиус внимания зомби до 15 метров? Но если это антизомби, значит это может кто-то на нас зомби отправить. Ну хрен пойми. Ниндзя, захватный крюк. А, это я что-то видел такое наподобие. По-моему, может таким пользоваться, да? Стреляйте и захватывайте крюком, который притягивает вас к цели. Понижает шум при перемещении. Защитник. Щит-трансформер. Размещает щит-трансформер, который оглушивает... Оглушает находящихся рядом врагов. Прочная шкура. Уменьшает урон от всех источников, кроме стрельбы на 25%. В смысле? От всех источников, кроме стрельбы? Это что, против ножика, что ли, поставить? Против гранатки? А нахрена? По-моему, в основном все стреляют. Ну ладно. Механик. Эмми-дрон. Вызываете эмми-дрон, который наносит врагам эмми-разряды. Очень интересно, что означает эмми. Расшифровка есть эмми? Как-то можно расшифровать, нет? Ну ладно. Инженер позволяет обнаружить транспортные средства, вражеские ловушки и снаряжение в радиусе 80 метров. Очень интересно. Шутник и бла-бла-бла. Пошло далее. Давайте оставим пока что этот... Ну, короче, вот это вот самое. Что это мне дается с самого начала? Ой, нет, давайте вот эту фигню. Подожди. Написано настроить оружие в воздушном грузе. Это как? Воздушный груз. Это то есть, когда мы будем спускаться, да? Я вот эту фигню возьму, не знаю, как оно действует, но я вот эту фигню возьму. Значит, оружейник, подтвердить, улучшение. Я могу улучшить что-нибудь? У меня есть? Да, у меня есть. Давайте эту фигню вкачаем. Это вот эти штуки вкачивают, знаете, единственное, что оно вкачивает, это вот, типа, всякие там появляются новые приклады и все дела там, и вот, дуло у нас имеется, которое легкий глушитель нафиг не сдался. Серьезно, кто? Тут по стелсу я ни разу не делал и думаю и не буду делать по стелсу. Оно плюс уменьшает дистанцию. Нафиг это нужно вообще? Вот технический прицел можно поставить, да. А, тактический, технический, блин. А, что это тут еще? Пер какой-то есть. Замедление от попадания в голову. Ух ты, вот это прикольная штука, да, наверное, поставим. Лазер. Да, лазер уже точность делает лучше. И вот это вот... Значит, передняя рукоятка оперативника. Оно контроль лучше, а подвижность меньше. Ну, тут пофиг, давай поставим. Это все-таки снайперская винтовка, тут подвижность не сильно должна быть. В общем, настроить еще можно что-то и камуфляж поставить, да? Ну, давайте поставим какой-нибудь камуфляж. Песок. Ну, ладно, песочки. Спрячемся и все. Пустынная змея. Вот, короче, если там будет какая-нибудь пустыня, мы заляжем, нас хрен кто найдет. Отвечаю. Попробовать... Давай попробуем. Я, кстати, этим никогда не пользовался. А в смысле, а куда мы сейчас собираемся? Мы должны попасть вроде тиры, нет? Если в тир попадем, то отлично. А что все зависло? Что такое? Я надеюсь, вы слышите хоть что-то. Я вроде... Что это? Что за херня? Почему все зависло? Что случилось? Эй, отвечай. Что-то пошло не так. Очень интересно. О, все. Я думал, придется сейчас перезапускать и вообще выключать все нахрен и говорить до свидания. Так, режим тренировка, да. Угу. Так, подожди, где?
Зачем мне это? Подожди, а зачем мне это? Ты что, дурак, что ли? Я вообще хотел... А где мне эта моя винтовка? А, да это херотень, нахрен, не нужно. Ну-ка, дай выйти. Ну-ка, дай выйти. Покинули, да, спасибо. Дали мне, я думал, блин, я попробую с этой фигней. Вот, получите ФР-556. Ренегат на 500, на 50 этапе. Кстати, да, я недавно только узнал, до меня все очень плохо доходит. Я, ну вот, у человека, который играл, значит, в вот это вот играет, у него 150 уровень. И оказывается, 150 уровень это последний. У меня 27. Вот уровень я вам сейчас покажу, где это. Если кто тоже не знает, вот видите, написан мой ник. И под ником, вот где вот мой этот герб, вот этот орел, под ним. Рядом, точнее, с гербом, под моим ником, имеется вот это вот 27, это значит вот это вот. А вот с каждым рейтингом, вот, я, кстати, я так понял, вот как найти, вот, типа, ну, тут за каждый рейтинг вот, дается всякая оружка, еще всякие награды и бла-бла-бла. Очень интересно. Нет, мне не очень. Значит, королевская битва, давайте. Подожди, я не настроил до конца, да? Комплект, еще раз. Так, базовое оружие. Вот это вот будет. О, это как раз таки эта сосновая шишка, которая... Ну, на ножике оно более выглядит как-то поинтереснее, поприкольнее, чем вот это вот было там. Там оно прям очень уродско выглядит. Что у нас еще имеется? Значит, костюм. О, кстати. Ну, это мне выдало, а еще вот этот есть какой-то зимняя чаща. Это можно потом будет. Попробуем сначала вот в этом, пофиг, мне вообще без разницы. Как бы таки, я просто хочу попробовать поиграть. Да, все, давай уже. Так, Ghost и все, это единственное, да, вот. Кстати, там было написано всякие новые солдаты. А хрен, а где? А где новые солдаты? Я не вижу ни одного нового солдата. Никакого предмета у меня нет. В общем, давай погнали дальше. Так, комплект. Денчик в сети. А к чему это? Это меня кто-то добавил в друзья? Серьезно? Я даже не думал, что меня кто-то добавит в друзья или что это. Пригласить? А кого я могу пригласить, неинтересно. В игре, в сети. Что? Ладно. Классика от первого лица. От третьего или от первого лица? Мне нравится... Я неудобно играть от третьего лица. Серьезно, это очень неудобно по мне. А что это такое? А вот это вот что? Что это означает? Вот это вот от... Вот есть от первого лица и левее вот эти вот все эти штучки. Я не пойму, что это такое. Классика, классическая королевская битва. Код М, Call of Duty Mobile на 15 минут с классами, жетонами, возрождениями, вертолетами и многим другим. Классика Алькатрац. Испытайте классику королевской битвы теперь на легендарном острове. Испытание снайпера. А давайте вот это. Вот что вот это вот такое? Я не знаю. Я буду от первого лица, неудобно. Неудобно. Мне просто неудобно. Войдите в игру. Спасибо. Видите, мне уже это награда за то, что я вошел. Я вошел. И уже игра понимает, что зашел. Просто батя. Ноги батя. Что еще? Что ты мне еще хочешь-то подогнать? Использовать 5 карт. Очень интересно. Не знаю, какие карты, но ладно. События. Так, события я уже посмотрел. Получение, ежедневник, получить. А, вот. Все, теперь понятно, что за карты. Угу. Почему не дают как бы эти ЦП-жетоны, вот эти, которые можно охрена бы там. Ну, хотя бы как, не знаю, там в этом. Че опять все зависло? А, вот, все отлично. Как в этом, в Пёсе. Там, то есть, как бы они дают, ну, просто за вознаграждение. Ладно, не за какую-то там обычную битву. За просто вознаграждение какое-нибудь дали бы, хотя бы разочек. Ну нет, хрен тебе-то там. Значит, заполнить отряд. Что это такое? День первый. Получить. Снова получаем. Опять какие-то всякие штучки. Подтвердить. Награда за возвращение. О! О! Ни хрена себе. О! Я смотрю. Это как раз-таки мухоловка. Прикольный скин, да. Спасибо. 14 дней можно использовать, я так понимаю. Там надо особо перейти, что? Куда? Эпик Випа. Ну да, это 100% гиперпанка. Да, конечно, сделали все прикольно. Но я, кстати, не понимаю, почему это, типа, ну, они сделали. Почему? Это же отдельная игра. Или это настолько сенсация года, что
типа, даже Call of Duty решил это зафигачить. Первый сезон, боевой пропуск, новый порядок. Кем вы станете при новом порядке? Четыре новых эпических исполнителя. Четыре новых эпических чертежа для вашего арсенала. Получить, так, это уже мы читали. Получать еще больше наград, только с набором боевого пропуска. Окей. Спасибо. Все? О, ниндзя-световое шоу. О, кстати, вот этот крюк, который можно передвигаться. Спасибо. Продолжить. Все? Все, можно идти. Так, значит, от первого лица. И еще я хотел настроить. Можно еще это настроить? Так, нет, это уйди. Етить твою налево. Так, нет, не то, новые материалы, еще что-то тут перейти. Нет, я хотел настроить. А хрен с тобой, ладно. Начать. Давайте уже начнем уже просто, потому что. Я так понимаю, тут Королевская битва не один ты играешь, тут у тебя команда твоя. Ну, в тот раз тоже была команда из 4 человек. Мне не нравится, когда в команде, серьезно, в команде фигово. Лучше, когда ты сам. А раньше я не любил сам. Ну, допустим, когда я играл в Майнкрафт, там, допустим, есть Бэтварс, когда ты играешь один. Мне не нравилось. Я просирал постоянно. Потому что я был идиотом. Бой найден, загрузка. Отлично. Или я один буду все-таки. Я смотрю, просто тут никого не нашло. Только я один. Или не найден. Я ни хрена не пойму, просто отчет идет. Отчет до чего? До взрыва? До чего? Что произойдет сейчас через 53-54? Когда дойдет до конца? Будет бум моему телефону или что будет? О, что-то интересное. Так, оставшиеся возможности возвращения, бла-бла-бла. Что-то тут интересно. Вы можете выбрать королевскую битву только в бою. А, я могу выбрать класс во время королевской бою. Только в бою. Побеждать последние оставшиеся. Ага. Рядом легкие. Так. Это, я так понимаю, это. Это же еще не началось, да? Или началось? Правила возрождения Алькатрас. Если хоть... А, да. Я так понимаю, это просто начало только. Да. Кстати, тут у меня тот самый... То есть, не нужно мне стрелять. О, ни хрена себе. А в сетевой игре тоже такая херобора была. Только она была, по-моему... Не помню, где это было. А, да, там ящик какой-то приваливает ко мне. И то есть, из ящика можно вот эту херню достать. Что это? Модификация плотности огня. Снижает разброс стрельбы. Ну, давай заберем. А сейчас все равно нас будет выбрасывать. Вот, все, полетели мы. Идентификаторы, платформы, чипбол, кодовое имя, бла-бла-бла. О, ептеть. Ну, погнали, я один. Против меня, я так понимаю, команды. А что меня выбросил? Блин, а тут нельзя как в этой. А сколько нас? 40? А, вон они, людишки. Вон они, эти людишки. Подожди, а как лететь тупо? О, во. Так, а ну... зачем ты открыл парашют? Погоди-ка, а чё это? А чего это? Я ни хрена не понял. А почему это? А ну-ка вот эту вот дырочку, в дырочку, в дырочку, в дырочку. Ах, хрен с тобой, ладно. Так, что это? О, пестель появился, это отлично, аптечка, легкие, так, что-то, подбирай все, короче, хрена. Так, ну-ка, кто-то тут есть? Уже началась бойня. О, так, я не ударюсь? Нет, вроде не ударился. Так, подбирай все. Вот эту пушку возьми, пушку, хорош, возьми пушечку. Жилет третьего уровня, давай, возьми. О, а я этого раньше не замечал. Тут, кстати, на самом деле, такие, все нужно подбирать. Так, я вижу, вон там. Подожди, где? Ёп! А ну сдохни, тварь. Оп, отлично. И в задницу. Ну, мы любим в задницу всегда давать. По задницам, в заднице, по задницам, без разницы. Попа это наша... О, здоров, мужик. Ёп, перный балет возьми, пистолет возьми. Да сдохнет, скотина такая. Отлично. В смысле? До сих пор не сдох? Опять задница. Наше любимое место. Пока что легко. Пока что вообще изи. Что это, открыть можно? Давай АК-47. А вот это что такое?
Зона уменьшается, а куда бежать? Куда бежать? Скоро прибудет воздушный... Ну-ка, перезарядись. Подожди. Вот это возьми. Ну-ка, это... Как это взять? Подожди, как это взять? Возьми это. А, во, по-моему, вот это. О, вот это. Вот это лучше возьмем, потому что тут патрон... Блин, я пистолет сменил. Зачем я пистолет убрал? Возьми пистолет. Так, вот это... А, хотя нет, нормально. Все в порядке. О! О, здорово, мужик. Что вы все такие лошары? Я вас всех мочкарю просто. Так, отлично. Вот эту вот фигню возьми. Отлично. Так, сколько осталось? 40... 32 осталось. Отлично. Из 32 мы пока что остаемся. Ледоруб. Угу, что-то интересное. Вы нашли класс инженера, я так понимаю, да? Это инженер. А, через 5 секунд. А куда бежать? Или никуда не надо бежать? Так, вот это вот там зелененькое что-то. Так, подожди, давай выберемся из здания вообще. То что-то я в здании, да в здании. Или в здании нужно быть. Боеприпасы дробовика. Зачем мне дробовик? Мне не нужен. Ну-ка, что тут у нас? Ни хрена понятного. Так. О, еще один. Ну-ка, стой. Эть. Твоя налево. Где ты? О, мужик. Мужик, я тут. Не, ну серьезно, удобнее намного. Куда ты убежал? Я не пойму, вы настоящий не... Нет, вы боты. Вы сбили игры. А, нет. Просто не подписывается, я так понимаю. Или боты, ни хрена непонятно, опять в задницу убили. Прям у них в заднице такое чувство, как будто... Все эти. Что это такое? Players, что это? Что это означает? А что я сделал? Что я сделал? Мне кто-нибудь объяснит? Так, ладно. Перезарядимся. Значит, это тюрьма. Мы находимся в тюрьме. Вон на карте написано, кто не видит. Так, жилет. У меня третьего уровня, мне не надо. Да, кто-то еще шмаляется. Вон туда надо бежать. О, вот, ну-ка вылази. Здорово. Отлично. Почему я постоянно в задницу стреляю? Я не хочу. Оно так само получается. Ну-ка, перезарядись. Все? Ну-ка, открой. Я не знаю, вообще, тут, знаете, некоторые люди, которые вот ходят, это собирают там, вот это вот, там, расфасовывают себе по этому, по всему рюкзаку, как-то распределяют. Я не знаю, кто так делает, но я видел таких людей. Не знаю, кто это, но я видел таких людей. Что вот это означает? Что оно делает? Ну, вот этот, разведчик, еще, и еще, что это? Что это? Я нихера не пойму. Ладно, может это он кого-то убивает таким, скоро прибудет воздушный груз. Тут вообще как-то база уменьшается, ну, 25 человек осталось, я заметил. Ну-ка, залазь сюда назад. Так, где люди? А, вон куда нам надо двигаться, точно, вон, теперь показано, да. Вот, а, нет, подожди, безопасная зона где? Подожди, там безопасная зона? По-моему, там наоборот же опасная зона, нет? А, вот, да, безопасная зона, серьезно. Теперь мы в кружке находимся, отлично. Так, оттуда я вижу пули. Это как в пабге, вот только там красный. Ой, ёб твой налево. Стрелял? Опять стреляет. Кто? Где? Где мрази? А, вот он ты, скотина. Ну... Не знаю, седьмой игрок уже убит. Кому нужно вообще стрелять от... Вот неудобно, мне неудобно было. Пока я наведусь, а еще плюс выстрельну, это будет трудно, реально. С автоматическим стрельбой намного удобнее. Классная пушка, не знаю, как она называется. Но в GTA, когда я играл, GTA... Как она называется? Vice City, да. На PSP. Да, на PSP играл, вот есть GTA Vice City Stories, где там за Виктора играешь, а есть GTA Vice City обычная, там ты играешь за Томми, как-то там вот так. Ну и короче, вот в Stories там было, ну и в обычной, наверное, тоже есть, я в нее так прям хорошо не играл, ну короче, там было. Вот кто-то тут имеется. О, вот он, здорово, мужик.
О, так вы тут все. Собранище уродов тут. Отлично. Ну, перезарядись. Походу, мы выиграли. Это была игра... Как? Каждый сам за себя? Я так и не понял. Или тут команды все-таки были? Ни хрена непонятно. А, вот он. Урод, ты что делаешь? Отлично. Так, ну-ка, давай-ка эту. Отлично, аптечку используем, а то вдруг... А то вдруг. А кто знает. Так, что это? А, да. Аптечки забираем. А, опять. Ты меня не видишь, что ли, придурок? А я тебя вижу. 11-й убит. Я просто монстр. Монстр просто. Что это опять? Давайте используем. Тут написано 3 теперь. Это значит разведчик 1, разведчик 2. А-а-а, я, наверное, отправляю их. Да, это же разведчики. Ну, скин такой разведчик, когда... Все, я допендрил. По-моему, наверное, это так и работает. Так, кто-то тут. Кто-то тут. Кто-то где-то... А, вот! Да это боты. Это 100% боты. Ну, это ничего не интересно. 100% боты. Где опять? Я хочу в задницу опять стрельбануть. А, все уже. Последний рейс. Ну давай, последний рейс, так последний рейс. Мне как-то не сильно. Не сильно таки. 5 осталось игроков. Из которых мы один. Либо это боты, либо настолько тупые люди. Он зашел? Где? Где вот было? Вот тут я стоял, он отсюда зашел, вот так побежал, и меня не увидел. Ну как так можно? О. Зона очень уменьшилась. Я так думаю, сейчас опять будет уменьшаться зона, нет? Возрождение недоступно. А, все, вот. А что, возрождение было доступно? А в смысле? А как? А, или тебе, чтобы должны были помочь. АСМ. А, так вот, про вот эту вот пушку, вот эту вот, которая у меня, вот это. Это СВГ называется. О! О, вот этот точно не должен быть. Но я его тоже... 13 игроков просто, как ни хрен делай. Вообще, ни хрен делай просто. Изи... Ой, опять бежать надо, ёперный болит. Куда надо? Туда бежать, да? Так, ну-ка. Бежим, 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 бежим. Уменьшается зона, зона уменьшается. Подожди, а куда? Куда надо бежать? Подожди, вот туда? Ой, а ты что делаешь? Ты что, дурак, что ли? А это чуть меня не завалил бы. Он бы сейчас мог меня завалить. Все, 2 игрока осталось. Один из которых я. Ёптить, где этот урод? Сейчас его завалю и все. А, ну все, мы на безопасность. А, вон он этот. Здорово. А, да у меня броня, отлично. Все. Изи. Изи. Просто изи. Я же говорю, батя зашел. Первый из 11, что? Задание выполнено, отлично. Война, путь обмана, все отлично. Сынь-зунь, а, ну сынь-зунь. Всунь, отсунь, засунь. Сынь-зунь, засунь, отсунь. Ага, понятно. Класс, супер. Ну, как всегда. Я в Call of Duty вообще, изи, профи. Потому что автоматический выстрел, это вообще, это топ. Это номер один. Ну да, 15, все дела, я лучший. Number one вообще из всех. Из всех number one я. Да. Спасибо, спасибо. Все очень было. Открыть дополнительный ящик нового оружия. Ну, открой. Мне без разницы. Подтвердить. Давай. Что это? Это какая-то винтовка была? Непонятно, что это было. Ну да ладно. Получено. Спасибо. Алькатрац. Угу. Не, давай попробуем новую. Новую хочу. Серьезно, новую хочу. Испытание снайпера. Что тут? Недоступно в рейтинговых боях. 10 минут стремительного перестрелок. Из основного оружия доступны только снайперские винтовки и пистолеты. Десантируемыми трофеями гарантированно содержит экзотическую Арктику 5.0. А, 50. Арктика.50. Пригласите друзей и соберите лучшую команду снайперов. А, не знаю, что за снайпер. Что вот так? А, тут от первого лица тут мне показано, а тут... Ага, вот эта фигня недоступна. Пары не поддерживают... А, подожди-ка. Пары не поддерживаются... Что это? А это что? Одиночки не поддерживаются.
А, подожди, все, понятно теперь. Тут, короче, можно выбрать, значит, ну, тут от первого, от третьего лица, без разницы. А тут, короче, парами нельзя. Я понял, что это означает. Это типа вот это одиночка, вот это двойничочек, двойничок, а это групповушка. Групповушка от первого лица. Двойничок от первого лица недоступен. И тройник, и от третьего тоже недоступно. А вот в классике можно. Прикинь, в классике можно. Вот это да. В классике можно и однерочку устроить. И самому сам себе. И двойничок устроить можно. А я в Алькатрасе был один. Там были команды, я так понимаю, а я был один. Эй, лошары. Давай в классику зайдем. Нет, я хочу один быть. И давай. От третьего лица. Ну хрен. Ладно, хрен с вами. Попробую. Хочу попробовать. Ладно, без разницы. Мне это пофиг вообще. Батя есть батя, он в любой ситуации будет number one. Так, значит, нажмите здесь, чтобы возродить союзников. Ага, revive. Точно. Кстати, как. А, все, duty это долг. Вот класс выбрать можно, точно. Давай возьмем класс с клоуном. Давай. Все. О, теперь вот от третьего лица вообще. Ну, кстати, прикольно. Кстати, от первого и третьего, а от второго как? Я не помню, было в какой-то там игре. А, точно, там вот так было. Отдаляется, отдаляется, еще отдаляется. А это, по-моему, не от третьего даже лица. Или от третьего все-таки, да? Потому что то ли от второго там еще дальше, или от третьего должно было быть еще дальше. Не, пусть будет клоун, пофиг. А ну-ка запусти его. А ну-ка. Подожди, пацан, не трогай, не трогай. Не трогай, я хочу посмотреть, как он работает. Я музыку услышал. Я не слышал ее, я поднес к уху динамик. Просто динамик находится снизу, где моя рука. Поэтому у меня вот так вот получается шуршание. Когда я вот так вот рукой, а у меня просто там динамик и микрофон находится. Как вот такие. А, вот теперь можно спрыгивать, да? Осталось один. О, пошли. Пошли снаряды. Самолет высирает всех. А как мне десантироваться? Я как десантируюсь? А, я все понял. Нажать на это, да? Я хочу пойти в горы. Стендов, автобусная остановка. А как берется стендов? Я не знаю, кстати. Я, кстати, говорю про duties. Это значит обязанность или долг, вроде так говорю. А responsible, я вот то, что хотел сказать. Это ответственность. Вот. Короче, десантируемся. И валим-ка в лечебницу, пофиг. Интересно, что там у нас будет. Давай, 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 давай. Он сам откроет парашют, поэтому я просто до конца буду давить. Ну-ка, чуть вперед лети. Так, тут поблизости со мной никого не должно быть. Все, отлично, погнали. Ну-ка, открой дверь. Отлично. Что это? Модификация плотности огня? Давай, пофиг. О, все, Акашечка. Акашечка со мной, все. Всем хана. АК у меня есть. АК-47 у меня есть. Буду сейчас ра-та-та-та-та. Открыть дверь. Все. Ра-та-та-та-та. Все, теперь можно уже все. Уже все, ничего не бо... А, нет, 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 нет. Надо бы найти броник. Броник меня в тот раз спасал. Я там видел, что у меня отображался броник. Я так понимаю, броник это означало то, что броник меня защищал. Поэтому надо найти броник. Так, трехкратный тактический прицел, давай возьми. О, снайперская. Снайперская винтовка, зашибись. Которую я, в принципе, таки пользоваться не сильно умею, но я могу отсюда засесть просто. Подожди, сейчас должно. Сколько людей осталось? Из 100 осталось 94. Не так быстро они все умирают. В Фортнайте там просто мгновенно все подыхают. Так, возьми пока что это. Так, АК-47, а нахрена она мне нужна? У меня есть АКшка.
Вот, жилетик одел, красавчик. Ну-ка, что у меня есть? Снайпер. Так, ни хера не понятно. Зона уменьшится через 30 секунд. Подожди, куда? А куда бежать? Куда бежать? Где безопасная зона? Где? О, а я высадился в безопасной зоне, ни хера себе. Вот это я просто молодчик. Это я молодчик. Красавчики, я знаю, куда падаю, поэтому сразу понимаю. О, и светошумовая граната, и все дела, которыми я никогда не пользуюсь в основном. Гранатами вообще неудобно пользоваться. Что-то я никого не вижу, 88 людей осталось. А я никого даже еще не чпохнул. Так, о, по-моему, это аптечка. Ну, блин, лечебницы, а аптечек так мало почему-то. Странно как-то. Я там уже три нашел тогда в этом Алькатрасе, в тюрьме. В тюрьме нашел три аптечки. Ну, наверное, просто там в тюряге они постоянно с друг другом мудохаются. Поэтому там нужно много, да? Но, что это интересно? БК-57, непонятно. Идеальный выбор для чего? Идеальный выбор для средней или дальней дистанции. Да, у меня АК есть. АКшка это вообще пушка, монстр. Что это за стол? Что это? Это что? Ни хрена. Серьезно? Вот это да. Ни хрена, вот это лифт. А я не знал. А я не знал. Я ж теперь могу. А, блин, отмени. Я ж теперь отсюда могу херачить. А что это там зеленое такое интересное? Что это зеленое? А, это, наверное, куда бежать точно, exit. О, чё? Что? Возьми еще аптечку, конечно, у меня всего лишь две их. Так, подожди, где? Никто не бежит ко мне. А зона еще дохерища. А, 15 минут же она идет, точно. Тут на... Я вижу кого-то. Кто-то тут есть. Твою мать. Кто? Где? Ну-ка. Ну-ка, где этот урод? Он подо мной. Ну-ка, слази. Летит. Десантируемся. Вот он, этот урод. Все. Лох. Скоро прибудет вас. Он, получается, был... А, да, он был подо мной. Я был на третьем, он том, а он тут. Вот. Понятно. Вот это прикол. Вот это прикол. А я не знал, что так можно. Ну, типа, я вот эту вот фигню делал. Вот так вот. Чух, полетели. Отлично. Вот чем можно заняться, пока ни хрена не делаешь. Лошара вообще. На изи его. Я вообще хотел со снайперки. Кстати, можно. А на крышу можно забраться? Я. Кто б сюда бежал, я всех. О, кстати, Арктика, а это что? Один игрок, что? Что? Ну-ка. Арктика, модификация. Давай попробуем. Да, я хочу с этой Арктикой. Охрена бы нет. Нормально. Так, Калаш и Арктика вообще, я монстр. Всем хана просто. 64 игрока осталось. О, ни хрена, ты чё, урод? Ой-ой-ой, быстрее. Давай, лечись, лечись. Вот это он. Ни хера себе. Ты чё, охерел? Я обосрался. Кто-то по мне начал гасить, а я даже его на это и не увидел. Кстати, надо выпустить эту херню. Что мне нужно? А, серьезно? Вот так это и работает? А, да это просто... Блин, херня. Херня, отвечаю, это неудобно. Потому что это надо крысу делать. Это так, но ни хера не сработает. Вообще ни хера не сработает. Что это? Модификация стабилизатора снижает отдачу и сохранение стабильности при получении урона. Возьми. Не знаю зачем, но возьми. Мне это, в принципе, сильно не нужно. Аптечка. Аптечка спасла. Хорошо. Так. Пока я никого опять не вижу. Но я до сих пор нахожусь в безопасной зоне. Там уже все подохли просто. 53 осталось человека. Так, значит, пока можно походить, полазить, непонятно, что поделать. Давайте выйдем. О, что это было? Бронежилет? Жилет второго уровня. Так у меня, по-моему, есть. Или хрен пойми. Непонятно. А это что? Жилет третьего уровня. Зашибись.
Тяжелые брайпасы. Так, Мудини, где вы? Урода. О! Анг, здорово. Отлично. Все, тебе хана. Мужик. А у меня дохере еще патронов. Патронов просто валом. Серьезно, в отличие от PUBG, это намного... Ну, тут как бы таки на мне намного проще, потому что там-то стреляешь так. Да там еще в PUBG было, по-моему, то тренировка. Хрен пойми, что это было, потому что слишком легко было. Ну и тут, в принципе, мне очень легко. Непонятно, кто это за люди. Кроме вон того, вот резко вылез, вообще начал шмалять по мне. Я ни хера не понял. Но, о! Что-то сбросили. Интересное. Мне все равно все-таки ничего не надо, в принципе. Но просто побежим. Просто побежим, потому что скучно. Скучно. Никого нет. Подожди. А, это зона точно. Иди, тварь. Да куда ты? О, я в зону. Безопасная зона уменьшится. Ну, понятно. Я бегу за своим, за своей добычей. Она прям в центр падает практически. Эта херня. Все, приземлилось. Никого даже нет поблизости. Это, кстати, очень странно. Хотя, может, сейчас как налетят, как набегут, как сожрут. Или вон кто-то там есть. Не, нихера нет. Никого нихера нет. Все дома сидят, нихера не делают. А я вот это вот бегу за каким-то там непонятным... Что-то там мне выпадет сейчас интересное. Что? Ого. Ого, нихера себе. Один выстрел, один труп, нихера. Ой, что это было? Твою мать! Где? Где этот мудень? Он сзади, по-моему, да? Этот мудак сзади. Вот он, да. Один выстрел, один труп. Один выстрел, один труп. Ну да. Я АКшку выронил. Нахера я АКшку поменял? Верни мою АКшку. АКшку мою верни. Урод. АК. Где моя АК? О. Жилет. Жилет третьего уровня возьми. И АК мою возьми. Вот все отлично. Нахер мне это не сдала херня. Я просто забыл, что надо вот так вот делать. Один выстрел, один труп. Это как в этом. Точно, как полтора. Как полтора шпиона. Есть фильм, который с этим там. Один выстрел, один труп. Точно, это оттуда прям стыбзили. О, что-то там еще скинули. Вон туда еще. Что-то там еще, наверное. Наверное. Блин, туда пересрался. Они прям. Ну они лошары какие-то, ты че? А где? А в смысле? А куда? А, адреналин? А нахера? А что он делает мне? Ох, ёпта. Ой, вширил это как. Подожди. Ну-ка, аптечку одну использую. Все, отлично. Теперь круто. Еще бежим. 29 игроков осталось. Из этих 29... Ёп, твою налево. Ты что делаешь, дурак, что ли? Опять... Что вы так внезапно нападаете-то, а, уроды? Вот они внезапно, я их не вижу просто. Они для меня просто мелкие муравьи, которых я не вижу. Черный рынок. О, еще адреналин, буря, хируля и бла-бла. А, вон, да, там отображается, сколько у него процентов. Так, я ни хера никого не вижу. Я так понимаю... Что значит отображаются они после того, как начнут о себе, ну, как о себе дадут. О, подожди, надо еще добежать, а то сейчас опять не в зоне буду. Когда они о себе дадут знать. Так, я опять в зону захожу, безопасную. Безопасность это важно. Вертолет, нихера себе! Я могу на нем прокататься? Серьезно? Ети твою налево. А чё, я могу шмалять с него? И хер себе. Нет, это небезопасно зона. Ёп, твою налево, куда ты полетел? Нет, не сюда, он туда. А
херня какая-то. Садись, неудобно управлять, серьезно. Нигде неудобно управлять вертолетом, серьезно вообще. Ой, блин. Выходи. Как выйти из него? Выйти. Все, отлично. Нахер. Не хочу, неудобно. Мне не нравится, спасибо. Было интересно, но мне не нравится. Так, подожди. Зона уменьшается, а мне надо бежать назад. Вон туда. Все, бежим туда. Ни хера никого опять не вижу. 27 человек осталось. Так. Вон там, кстати, вертолет теперь показывается, я так понимаю. Че это? Едеть, ты твою налево, ты охерел, что ли? Мудозвона кусок. Используй аптечку быстрее, аптечку. Жопа горит. Где этот мудозвон? Вон он, этот мудень. Ты посмотри просто на него. Да куда ты стреляешь, еб твою налево? Перезаряжайся, урод. Какая отдача, жопа. Да сдохни, мразь. Твою налево, я перестрелялся опять. Быстрее используй аптечку. Почему она автоматически не используется при малом показателе жизни? Все, отлично. Твою мать, какая дача херовая. Этот прицел ни хера ни на что не способен. Так, отлично. Живем. О, еще летит. Ни хера не охеревший. Я обосрался. Я тоже так хочу найти кого-нибудь. Надо где-нибудь засесть и просто всех валить. Вот тут, наверное, кто-то должен быть в ангаре. Это ж ангар? Хотя никого не вижу. Чё? Легкие боеприпасы, они оглушающая граната. Херня какая-то. Чё-то там красное. Красное чё-то. Вертолет что ли? Едь твою налево. Тихо. Тихо. Вот тут кто-то. Вот он, этот мудень. Дай. Он подобрал зачем-то. Я не хотел подбирать нихера, а он просто... Еще кто-то. Вот это тут их понавали. Еб твою налево. Спрячься. Ты чё, мразь такая? Вот это нихера. Макс Пейн херов. Вот это нихера себе. Это первого лица. Вот это нихера себе. И теперь я за него буду... Ну да, у него сраная винтовка. С винтовки выстрелы просто там... Они нихера не скорострельны, но... Удары у них капецные. Он еще одного херанул. Капец. Как он заметил. Вот мразь. А скотина какая. Ахера, нихера себе он творит что. Все, по-моему, он выиграл. Всем осталось он. И сейчас он если с винтовкой прострелит. А у него что, нихера нету больше, кроме винтовки? Или это мне просто не показывает нихера? Вот это он мудак. Вот это он мудак. 4. По-моему, они сейчас все просто передохнут, он даже никого и бить не будет. Вот это он нихера себе. Он там кто-то стреляет. Блин, да у меня так просто по коду. Там сразу 3 человека оказались, блин. Они как будто меня выследили. Так, дети, еще 2 чужбана, которые должны... Пусть они его... Хотя нет, пусть он выиграет. Если... Ну, он как бы такие... Он мини... А, у него тоже такая херня. Тоже инженера вынул. А, вот она, у него пушка, кстати. Ёпта. Ага, это зомбаки точно. Ну все. Трында. Он всех расхерачил. Ну, красавчик парень. Если он меня выиграл, значит, он всех выиграет. Потому что я тут... Я впервые... Нихера себе. Наблюдатель покинул игру. Кто? Я? Я ничего не покидал игру. Ты что, тупой, что ли? О, вот теперь все. Да. Да. Все.
Капец. Он завалил всех. Такой. А мне интересно, 8 убийств. А можно показать, сколько у него убийств? 15 из 100. 15-й был первым. Из 40 тогда. Ну ладно, хер с вами. Тогда получается, там должно быть 10 команд. Новичок. Ну, собака, собака. Прикольно было, прикольно. Думаю, в следующий раз можно будет его еще раз поиграть. Понравилось. Она все-таки не такая уж и плохая. Интересная тоже игрушка. Нет, спасибо, все. 8 убийств, мне этого достаточно. Мне этого достаточно. Я на сегодня уже хорошо наигрался. Целый час уже записываем, нихера себе. Без 5 минут. Ну, уже без 4 даже. Что ж, я надеюсь, вам понравилось. Как мы сегодня всех одолели практически. Во второй раз. В первый одолели всех, а во второй нет. Для меня это удивление. Потому что мы в основном всегда выигрываем. Ну да ладно. Спасибо за то, что посмотрели. Спасибо за просмотр. Спасибо за все. Всем удачи. Всем до скорых встреч. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Всем пока-пока.